Друзья, всем привет! В Австрии пришло ко мне осознание того, что устал я уже от автоподбора, хочу быть маршрутчиком. Вот купил себе автобус и буду возить людей в Европу. Альпы, красота, свежий воздух. Ну, обо всем поподробнее. Опять аферная тема. Аферная тем, что послезавтра надо лететь в Германию, а ни билетов, ни документов, нифига еще нету. Это первый момент. Второй момент. Машина не зарезервирована, а третий момент, заказчик, с которым мы полетим, он находится еще в Харькове. Поэтому побежал я домой решать эту проблему. Это один из моих давних заказчиков, который купил на моей памяти. Это уже седьмая машина будет, за которой мы поедем. Ну вот, как-то так. Он из года в год со мной идет, за что большое отдельное ему спасибо. И я еще не понимаю, как это будет, но... Я, как всегда, ко всему готов. Пошел собираться, пошел готовиться. Билеты на самолет, документы, билеты на поезд. В общем, завтра будет круговерть. Сегодня пятница, завтра суббота, воскресенье. Ну, в общем, с субботы на воскресенье вылет. Как-то будет. Контроль прошли. Сейчас уже на посадку двигаемся. Ну, понятно, что сейчас будет паспортный контроль и все остальное. Легкая новогодняя музыка очень способствует классной поездке, перелету. В прекрасном настроении. Сейчас бы еще кофе где-то намутить, и будет вообще счастье. Тоскливо, конечно, видеть таким пустой терминал в Жулянах, потому что летает людей сейчас мало. Ну, я традиционно уже пошел на посадку. Всех посадили, сказали, что рейс закончился, и теперь я иду на посадку. Если бы в Германию ездили поезда, я, наверное, был бы очень счастливым человеком, потому что именно в поездах есть безлич свободного времени для того, чтобы делать видеомонтаж. Видеомонтаж занимает очень много времени. В комментариях часто пишут, давай больше видео, два раза в неделю это типа классно, но мы хотим вечером приходить домой и отдыхать, смотреть некий сериал на ночь или еще что-то. Ребят, это все ресурсы. Для того, чтобы делать больше видео, мне нужен видеомонтажер. Поэтому, ребята, кому интересно, под видео, или даже не под видео, а прямо вот сейчас я ставлю номер телефона человека, который будет заниматься поиском, собеседованием предварительным, а окончательным все-таки будет личная встреча со мной. Я объявляю кастинг на пока еще вакантную должность видеомонтажера. Требования к кандидатам. Возраст должен быть от 18 до 25 лет. Я не имею времени обучать видеомонтажу, поэтому мне нужен уже готовый человек. Ребят, телефон будет вот здесь вот написанный. Все желающие, пишите, звоните, без внимания не оставлю. И когда уже будет дополнительный монтажер, тогда уже будет дополнительно безлич видео. А пока, сорян, два раза в неделю. Аэропорт Кёльна нас принимает и, в общем-то, практически дружественно. Ну, в общем, мы уже на немецкой земле и сейчас двигаемся дальше. Это не аэропорт, это какой-то вымерший город, потому как вот пассажиров-то тут, ну, просто немерено. Идем, везде все пусто, никого нигде нет, пандемия всех скосила, жесткие правила. Ну, окей, нам дальше в сторону Франкфурта, в сторону Оффенбаха. Сейчас поезда еще практически 3 часа. И потом будет счастье. Перешли в другой терминал. Идем в сторону поезда, и тут людей тоже. Просто такое несметное количество. Шаром покати. Давно я такого не видел. Во Франкфурте как-то повеселее. Правда, во Франкфурте и порт побольше. Но вот здесь вот уже в другой терминал мы зашли. Вообще, грубо говоря, еще ни души не встретили. Я увидел человека, вон сзади есть, даже два. Так что мы не одиноки, большой порт. А, там парень вообще не туда поехал и побежал вниз. Так что мы уже видели двух людей. Весело, наверное, такой же занятый парень с другого государства, раз он туда побежал. Ладно, идем искать паровоз. В поезде тоже типа немерено людей, забиты все вагоны. Причем что на первом этаже, что в общем-то и на втором. Такое впечатление, что мы единственные в этом поезде, кто едет вообще во сторону Франкфурта. Окей, едем. Сидим, значит, мы в поезде. Ну, я-то сказал, общее время пути 2 часа. Нам надо было с аэропорта доехать до Майнца, и тут у нас пересадка. Я ж быстренько в монитор и сижу, шклепаю себе видео. Парни сидят, и ага. Потом, а мы не туда едем, не в ту сторону, потому что дальше уже идут не наши станции.
Я говорю, так нам на этом поезде до Майнца, а потом пересадка. И, в общем, почти уже уехал поезд, и мы уже начали выпрыгивать. И, в общем-то, Ванина зарядка ушла в страну потерянных вещей. В общем, уехала в другую сторону, мы идем на пересадку. Надо быть внимательным. 10:01, и мы уже во Франкфурте, аэропорт Франкфурта. Ну, паровоз очень быстрый. Поезд настолько быстро идет, что навигация не успевает справляться. Мы включили навигацию, он по страницам ныряет, он обновляется раз в минуту. И 300 км в час едет поезд. Я был просто приятно удивлен. И при этом не шелохнется, нигде ничего не трусится. Все просто прелестно. Здесь, конечно, людей побольше, ну я имею в виду во Франкфурте, нежели в... Дядя полицейский мне погрозил и сказал, что нельзя без маски ходить, только в маске. Ну, в маске как-то... Да. Волосы, конечно, у тети на заднем фоне просто бомбили. Настроение чудесное. Быстро очень доехали, не ожидал от этого паровоза. Как-то в одном из своих видео я сказал, что метро Франкфурта, оно реально очень здоровое. На самом деле я чуть слукавил. И мне посыпалась куча гневных комментариев о том, что даже московское метро, оно имеет протяженность гораздо больше, чем Франкфурт. И действительно, здесь указаны и поезда, и метро. Поэтому развязка устрашающая, но метро здесь не такое большое, как в той же самой Москве. Так что, ребята, москвичи, сори, но действительно был неправ. Вот уже и Оффенбах. А сейчас будем смотреть, чего тут будет дальше. Потому что в Оффенбахе у нас начинается самое интересное. Сегодня у нас в прокате, в поездке, i3. Ну, такой себе сарайчик. Так, сейчас, наверное, пристегнусь. С музыкой здесь все в порядке. Расширенная мультимедиа с активным круиз-контролем на большом мониторе. Прикольный автомобиль, мне уже все нравится. А я уже вот в эту поездку, вот очень все хорошо. Еще несколько часов назад мы приземлились в Кёльне, а сейчас мы уже в Оффенбахе. Ну, очень-очень быстренько добрались. Это Боженька где-то там сверху видит наши мучения и помогает все сделать более-менее беспроблемно. На тот момент я еще не подозревал, с каким геморроем мы столкнемся. Сегодня Рождество католическое, и сегодня я еще во Франкфурте. То есть мы в гостинице, мы еще даже не выехали. Но обо всем поподробнее. Иногда отводить фокус внимания тех машин, которые нас интересуют, на те, которые продаются. 78 тысяч евро, 2020 год, М-пакет. Друзья, значит, парень, который заказал этот автомобиль, попросил, ну так, эпизодически засветить, хотя на самом деле материалов по выбору этой машины уже заснято очень давно. Очень много. Ну, в принципе, давно, это аж вчера, а много, ну, действительно много. Значит, машина, она действительно безупречная по своей технической части, плюс на ней мы уже проехали больше 1000 километров, когда мы ездили Allroad выбирать. Попросил все-таки ограничить рассказами в цене. Не знаю, с чем связано, я особо не задаю заказчикам такие вопросы, но в последнее время они очень часто появляются. Значит, имеем Audi. Этот Audi 2017 года. Это 3-литровый дизель, это полный привод. Ну,
машина, конечно, не максимальная, но в ней много чего есть. В ней есть дистроник, в ней есть даже вебаста, в ней есть круиз, удержание по полосам, это все да. Но попросил не рассказывать по цене. И поверьте, куплен он недорого. То есть сказать, что вах, дорого, ну точно нет, недорого. Сколько, не скажу, потому что уважаю мнение своих заказчиков. Да, 2017 год. Выглядит она просто изумительно. У меня других слов нету. Прекрасно. Кошерно. И работает двигатель классный. Да и вообще... Сейчас я промерю. Да. Или уже там. Нет, тут 15. Тут 15 с мелочью. Так, и побежали. Тут заявлено, что крашена, по-моему, левая сторона. Да. Вот эти вот две двери и крыло, они крашены. Должны быть. Так оно. Так оно и есть. А, 126. В общем, имеем мы Audi 17 года, трехлитровый дизельный автомобиль. У него есть подкрас по левой стороне двух дверей. Не зря мы ехали, не зря мы летели. Ошибок по машине нету. По крайней мере, сейчас. Все классно. Все очень даже неплохо. Ну, единственный момент, что она на тряпке, правда. Ну и цена у нее, соответственно, другая. На минуточку. Смотрим, на чем ее продают. То есть резина еще... Вот только поставлено. Ситуация следующая. Из трех машин в лучшем случае, ну, пока у нас точно есть одна, а вторая еще под вопросом, потому что вторую мы не осматривали. Значит, по третьей машине, по Q7, ситуация следующая. Машина, которая находится в Берлине, и те, которые ее якобы то хотят резервировать, то не хотят, то я и умная, и красивая, мы продаем только для внутреннего рынка Германии, но они не захотели продавать в Украину. Мы им объяснили, что машина будет регистрироваться здесь. Вроде бы, да, окей, приезжайте. Мы машины не резервируем. А по факту, когда мы прилетели, мы понимаем следующую ситуацию. Машина есть, все классно, приезжайте. Только не приезжайте. Ну, типа да, но нет. Почему, сейчас объясню. За время, пока мы летели, пришел какой-то немец и говорит: все, класс, я хочу купить эту машину. Ну, хочу купить ее в кредит. Соответственно, банк мне должен одобрить этот кредит, и это одобрение двое суток. Соответственно, с понедельника по конец вторника этот автомобиль в резерве будет. А раз он будет в резерве, значит, нам его не покажут. То есть немцы для внутреннего рынка ему запросто резервируют. И говорят: ребят, если все хорошо, то в среду приезжайте, забирайте. Что касательно приезжайте, забирайте в среду. Я понимаю, что вторник — это последний день, когда вообще люди что-то оформляют и выписывают сам Rechtun или же Kraftwerk. В общем, документы на автомобили. Договор купли-продажи, назовем это так. И
после этого его не выписывают. Объясню почему. Потому что сейчас Нервештойр, он 16%, а с нового года он опять становится 19%. И купить машину можно, все классно, но только перечисление со 2 января. Раньше нет. Сейчас вот уже закрывается, вот с 23 числа уже все, Алис все на замки, и уже ничего нельзя будет купить. Соответственно, не оформить, не купить, нифига. Понимая всю эту ситуацию, для того, чтобы не возвращаться мне просто так, то есть, грубо говоря, я прилетел, один останется с машиной, второй наверняка тоже останется с машиной, то есть, если мы не осмотрим одну машину, есть еще запасная там недалеко, но, судя по документам, которые мы видим, я понимаю, что машина очень хорошая, но я остаюсь без автомобиля, и, соответственно, сразу же мы просматриваем по заказчикам, кто чего хотел, все говорят: да, класс, едь, смотри. Но предоплату мы типа не даем. Поэтому, ребят, извините, у Германии передвижение на такое не дешевое. И без предоплаты вы наверняка честные, хорошие, порядочные люди. Но я этого делать не буду. Вот, поэтому, скорее всего, я поеду обратно. Потому как время для принятия решения — это сегодня там 3-4 часа. Для того, чтобы можно еще было поехать, чего-то оформить, где-то выбрать дальше. Время как бы есть, только оформить я не смогу. Ну, может быть, оформить я смогу, выписать договор купли-продажи, но перечислить денег можно будет только через... после окончания праздника, а это, соответственно, еще уже в следующем году. Соответственно, мы сейчас попробуем вот с этим паровозом, который у нас есть, с этими оставшимися двумя машинами разобраться, потому что по одной у нас на самом деле еще нету техпаспорта, то есть машина есть, мы ее забрали, все класс, ездим мы тут... мы тут ездим, но без документов. Или практически без документов. Вторая машина тоже надо поехать оформить. Это еще писями по воде Виллена. Вроде бы все получается, но опять-таки это вроде бы. И все это нужно успеть за завтра. Поехать в Гамбург — это, грубо говоря, там 500 километров. Вернуться с Гамбурга — 500 километров. И при всем при этом надо еще где-то выбрать, надо где-то осмотреть, найти СТО, найти яму, подключиться, посмотреть, почитать, сделать договор купли-продажи, успеть перевести денег для того, чтобы сделать расчет. В общем, забот еще выше крыши, а времени рабочего остается очень мало. То есть то, что мы приехали в начале недели, это типа все круто, хорошо, но только все равно у нас в любом случае есть ограничения, как всегда. Вот эти вот 2-3 дня, а дальше, ну, вроде бы все хорошо, но... никаких регистрационных действий провести с автомобилем нельзя. Ладно, как-то оно будет, продолжаем историю. Традиционно нужно проверить давление в шинах. На первое колесико я не успел. Володенька вон вдувает автомобилю. Все, 2,3. Самый недорогой дизель, как обычно, это на джет-заправке. И евро 0,6. В воскресенье Lidl не работает, другие магазины не работают, зато здесь есть Макдональдс. И, в общем-то, людей здесь как бы тоже. Толпа большая, пойти некуда. Одни фуры только стоят, и, в общем-то, больше никого нет. Хотя не могу сказать, что это безлюдное место какое-то, сразу же вот возле трассы. Но, тем не менее, до Гамбурга еще 200 километров. Классный, Allroad замечательный. Пока есть проблема в том, что нам не разрешают подключаться к этому автомобилю, причем не фирменным диагностическим оборудованием, не лаунчем, вообще никак. Только на сервис Audi, а сервис Audi не работает. Но не знаю, сейчас будем что-то думать, но пока эта ситуация меня напрягает. Идем смотреть на подъемники.
Автомобиль мы благополучно проверили, парни нам разрешили подключиться по итогу, когда мы сказали, что если проблем с машиной нет, то мы ее покупаем. Денег за нее перечислили, ожидаем перевода. Вот такое вот счастье нас, грубо говоря, ожидает. К тому же завтра мы получаем на нее красные транзитные номера. Где это? Ух ты, как высоко! Вертолет. Я не знаю, тут тысячи, наверное, полторы метров, если не больше. Завтра мы получаем транзитные номера красные. И если все хорошо, то выезжаем завтра. Если не все хорошо, то берем еще одну машину и выезжаем послезавтра. Как-то так. В этот раз мы поедем через Австрию. И проблема заключается в том, что нужна зимняя резина. Потому что если у нас не будет зимней резины, ну, у нас просто отберут машину. И беда заключается в том, что сейчас уже Рождество, все магазины закрыты и резины нету. И тут начинаются гонки по вертикали. Мы приехали на местность типа нашего авторынка. Сейчас будем пробовать, что здесь. Есть какая-то бэушная, но доехать нам нужно. Факту 4 колеса, ну, 2 на оси разные, одни Pirelli, одна Michelin, 145 евро, 4 двадцатых колеса и переобуться 80 евро. Ну, блядь, 2 еще таких живых, а 2, ну, реально мертвых. Поэтому едем дальше, хер знает, где что искать. С завтрашнего дня тут праздники, никто не работает, все закрывается. Времени в обрез, короче, жопа. Лишь сейчас заехал на заправку, уже 2 дня спустя я подумал, что у нас какой-то такой очень дурной бешеный ритм. И вот сейчас нам еще 400 километров ехать в сторону Франкфурта для того, чтобы зарегистрировать вот это чудо, потому что он еще на транзитных номерах, но завтра у нас термин. А потом завтра нам надо возвращаться обратно в Гамбург, потому что завтра в Гамбурге будет термин для того, чтобы резервировать автомобиль Allroad. И, возможно, если отзвонятся, то еще придется ехать в Берлин. А я-то думал, что я вернусь. Там через 2-3 дня буду дома, по-быстренькому стреляемся. Не получается. Всегда есть какие-то дополнительные задачи. Ладно, пошел я, возьму кофе и помчимся дальше. Летают самолеты, летают они как маршрутки, и летают довольно часто, и судя по крылу, это Люфтганза. Но завтра у нас не Люфтганза, а завтра у нас паровоз. Объясню, почему паровоз. На вот этого крокодила до сих пор еще не пришел техпаспорт. То есть техпаспорт теоретически должен прийти завтра по почте, и лишь только завтра мы сможем оформить этот автомобиль. И с учетом того, что все это действо будет ориентировочно с 9 до 10 утра, придет техпаспорт, надо его срочно схватить, термин вроде бы есть, поехать с Уляссингштеля и все это дело оформить. Соответственно, завтра в Гамбург мы поедем на не автомобиле, а поедем мы на поезде. Что-то я уже устал сегодня, такой круговорот событий, постоянно что-то меняется, то успеваем, то не успеваем, благо у нас там уже оплачено, машину выбрали, все классно, все замечательно, но поедем мы туда на поезде. Ехать-то оно вроде бы недолго, поезд будет снова скоростной, ну, я надеюсь на это, что он будет скоростной, но по времени там 500 километров 3 часа, поэтому думаю, да, наверное, будет поезд скоростной. А дальше мы
с Гамбурга поедем в пригород уже на метро. Ну, в общем, в 5 утра подъем, даже, наверное, чуть раньше, потому что у нас 6 поезд, а надо еще доехать до Ханау, оттуда дешевле. Кстати, к слову, Ханау — это рядом возле Франкфурта, но с Ханау выехать на 50 евро дешевле, чем выехать с Франкфурта. Ну, какой-то вот такой вот парадокс. И поедем завтра забирать Allroad. Также у нас еще предстоит завтра борьба за колеса, которые я у этого пассажира видел. Тогда он сказал, что они не продаются, а теперь он все-таки их продает. Хочет он за них 1200 евро. Вроде бы цена классная, но мы хотим за 1000. Не уверен, что у нас это получится, но будем пробовать выставлять попытку. Сейчас выписываем доверенности и завтра с утра едем. Машина уже должна быть на номерах к нашему приезду. Машина, ну, конечно, она будет не заправленная, учитывая жлобскую контору эту, Никанора, или же там дядя Сифа, или как он там правильно его зовут. Ну, неважно, пофиг. Не очень порядочно он поступает. Не очень порядочно в том формате, что нам говорил, что машина будет с техосмотром, а сейчас он хочет 120 евро за техосмотр, а мы заложники ситуации того, что без техосмотра мы не получим номера, и так или иначе расчехлиться придется. И это еще все в преддверии того, что завтра последний рабочий день, и то как рабочий, там до 11 часов что-то делают. Некоторые платежи под Новый год уже не принимаются, можно... Билеты мы купили, кстати, только при помощи PayPal. Не получилось купить с карты, потому что вот разница, переход обратно с 16 на 19. Возможно поэтому, ну, как-то вот так. Поезд с Ханау опаздывает, ну, приблизительно на 10 минут. По крайней мере, сначала было на 5. А теперь уже написали на табле, вот сзади меня видно, на 10 минут. Как-то у меня была уже ситуация, когда поезд сначала опаздывал на 5 минут, потом на 10, в итоге было 40 минут. И весь день сбился. Ну, здесь у нас проще, здесь у нас прямой поезд. В общем, посмотрим. Благо, у нас еще запас времени большой, и мы должны приехать в Гамбург с утра. Ждем святой паровоз. Приехал наш полускоростной поезд. Пошли мы грузиться. Что такое немецкая электричка? Немецкая электричка — это вот так. То есть, грубо говоря, поезд без лежащих мест, но тем не менее с купе, в котором 6 мест. И могу сказать, что спать здесь можно абсолютно спокойно. Поднимаются вот такие штуки, можно сюда лечь и абсолютно нормально выспаться. Плюс можно посидеть. Тут эти штуки двигаются, сиденья вперед-назад. В общем, комфортно, неплохо. Цена билета 152 евро. А здесь правильно, наверное, добавить, что 152 евро — это за двоих. Вот этот, и, то есть предыдущий поезд, который валил 300 км в час, это все-таки был там, где 147 евро за одного, то здесь 150 евро за двоих. Расстояние приблизительно тоже. В Германии спуститься в метро — это вот приблизительно вот так. Садимся в лифт и чух-чух под землю. Лифт тянется под землю, и приезжаем на станцию метро. Вот как-то так. А метро Гамбурга — это вот приблизительно вот так. Вот такие вот вагоны. Не могу сказать, что они какие-то мрачные, тошнотворные. Все чистенько, аккуратненько, мягенько, но не такие, как у нас. Ну, слегка непривычно. А так, в общем-то, такое же метро. Тихо, уютно, комфортно. Едем дальше. И теперь таким вот боком вылазим на поверхность. Я хоть шапочку поправлю, красивым буду. Впрочем, как всегда. Теперь нам осталось найти наш 29-й автобус. Нам туда. Новый год. Стоимость елки 23 евро за 1 метр. То есть в среднем елка стоит 50 евро. Двухметровая. Ну, вау. А говорят, в Украине елки дорогие. Ух ты. Это же лавровый лист, да? В Украине полным ходом валит снег, а тут цветет лавровый лист. Тут все хорошо, тут замечательно. Хотя Гамбург, он теоретически севернее, нежели Украина. Но вот так вот здесь неплохо. Хотя сыро, туманно, мерзко. Такая легкая противность присутствует. Но нам греет душу то, что мы уже в принципе пришли. Вон наш
АМ Автохаус. Пока выписывает документы, я сейчас быстренько сфотографирую ВИН-код для того, чтобы, ну, как минимум, сверить реальное с действительным. Я, конечно, очень не думаю, что нас обманут, но потом возвращаться почти 1500 километров, оно вообще нафиг не нужно. Значит, ситуация по колесам следующая. Они хотят за диски с колесами 1200 евро, за бэушные диски и от предыдущего модельного ряда. В общем, диски чуть не такие, как стоят сейчас здесь. Просим, ну не просим, сейчас общаемся, чтобы они были дешевле, потому что там есть несколько царапинок. Мы у этого парня перебрали не один комплект дисков, потому как хотелось бы очень найти то, что оригинальное. И дисков у них, резины на дисках у них очень много, всякое разное. По официальной версии они говорят, что это люди оставляют автомобили. Хотя нет, я правильно понимаю, что люди оставляют автомобили с резиной, они резину вытягивают, как приимчивые иранцы продают ее отдельно. Но у них официальная версия такова, что люди оставляют колеса им на реализацию. Ну, чуть-чуть есть. Резина тут тоже такая не очень. Там диск тоже с легкой задиркой. Ну, короче, это из разряда просто доехать до, ну, проехать Австрию, потому что по-другому оно... Вопрос же продать, потом ты понимаешь, если не бить, то продать. Да блин, тут уже контрольные точки, тут уже просто шляпа. Когда мы объяснили, что мы хотим именно оригинальные диски с Allroad, они сказали, что у них есть комплект, но там стоят не оригинальные колеса. Ну, типа, окей, покажи. И вся неоригинальность заключалась в том, что там стояло колеса на 35-м профиле. По заводу идет 40-й, мы хотели найти 45-й. Показали нам оригинальные диски, и мы понимаем, что 35-й профиль резину, с учетом того, что все равно в Украине будет ставиться 45-й профиль, принимаем решение покупать эти колеса. Ну как принимаем решение? Мы начинаем за них слезно торговаться, потому как они хотели за эти колеса 1200 евро. И дешевле кошка не ходи. Но дело делает свое, когда человеку показываешь наличных денег и говоришь 1000 евро и точка. Потому как в Украине диски с резиной стоят, ну мы показываем, конечно, они оригинальные, удюшные. Вернее, оригинальные удюшные, но не оригинальные для Allroad. Показываем, что колеса, диски стоят 800 долларов. И, ну, как-то на таком контрасте, окей, хорошо, пусть будет 1000 евро. Собрались выезжать, и вот там вот за моей спиной автобус только что влупил BMW, и теперь не знаю, как выехать. Это единственный выход с этого комплекса, не знаю как. В общем, ждем пока. Ну, в общем, колеса нам поменяли. Спасибо и на этом, что за замену колес денег не взяли. Сэкономили тридцаточку. Ну и эти колеса сейчас мы запакуем и в багажник. Разные хейтеры в разное время говорили, мол, что ты делаешь, купи себе автономный бустер, ездишь, продаются большая целая куча. И вот, не зря я его с собой возил столько в рюкзаке. Сейчас Ваня вышел запустить двигатель автомобиля, а аккумулятор, я знаю, что там дохлый. Именно по этой причине машина жила внутри, в середине. Не потому, что она там безумно дорогая, стоит полмиллиона долларов, потому что там был дохлый аккумулятор. Ну, я это знал, он об этом тоже знал. И вот сейчас он захотел запустить двигатель. Нифига не получилось, но у меня есть бустер, который я с собой благополучно таскаю в рюкзаке. И очень надеюсь, что наконец-то он уже
пригодится, и его хватит запустить 3-литровый дизельный двигатель. Ну, в общем, я уже с нетерпением бегу на улицу. В общем, на улице валит дождь, спрятали камеру под капот. Вот такая вот хрень, используется впервые, стоит в среднем 1500 гривен, больше ничего тут нету, приятная коробочка есть, нихера это не реклама, это ответ на то, что, ну чё, пробуем, сейчас, погоди, я скажу, это сюда. Это сюда, помимо этого штуку эту надо включить каким-то боком. Каким-то. Окей, пробуем. Что-то прокручивает, но думаю, маловато будет. Да он заряженный. Итак, господа хейтеры, 1500 гривен потрачены впустую. Вот эта вот хрень, которая предназначена для запуска двигателя, нифига не работает. Алло, Бен. Бен, это Данила. Бен, I need help. Сел аккумулятор. Настроения нет, провода привезли. Все хорошо, запускай. Вот. Поехали добывать аккумулятор, менять масло. Что такое просевший аккумулятор и сколько ошибок отрыгнуло? Потому что до этого вечером мы вчера читали, нифига не было. А вот сейчас вот это все. Сейчас вам момент. Заехали к парням спросить масло поменять. Я говорю, English, русский. Говорит, русский, пи***ц нахуй, блядь. Я говорю, и все, да, все. Ай, блин, улыбнуло. Это, конечно, чувак сделал мой день. Настроение было очень мрачное, очень убитое. Но просто его разорвал. Ладно, едем масло менять. Сейчас будет счастье. 100 евро замена масла вместе с фильтром. Сейчас бы спросим еще и за аккумулятор. Пацаны реально кроме матов на русском ничего не знают. Значит, смысл в следующем. Я попросился посмотреть детально автомобиль внизу без защиты. Они говорят, нифига, это нельзя. Мы тебе включим видео. Вон на мониторе видно видео. Вот как, что они там делают, как снимают масло. Вернее, как сливают. Фильтр уже они выкрутили. Фильтр реально очень черный. Сейчас я вниз вот так. Окей. Ю-фильтр, твой фильтр. Угу. Новый, показывает, что поставил. Ну, в общем, 100 евро замена масла. Это уже вместе с фильтром. Парень говорит, давай мне телефон, включай видео. Я сейчас пойду тебе все засниму, но вниз мы тебя не пустим, потому что вниз тебе нельзя. То есть за деньги тоже нельзя. Ну, в общем, сейчас посмотрим, где там наш парень. Я думаю, отсюда, с этого ракурса будет видно, где он. Хотя, учитывая угол камеры обзора... А вот он пришел, кстати. Показывает. А, так там защиту еще не сняли. Не-не, это защита коробки. Типа пошел, пробежал. Все, бежит обратно. А я пока прячу камеру, чтобы не спалили, потому что тоже говорят, нельзя снимать. В общем, аккумулятор на Рождество нам здесь, наверное, не купить, потому что уже все закрыто. Ну, это еще не Рождество, сейчас только сочельник, но, тем не менее, нифига нигде уже нету. Хорошо, хоть успели резину вчера накружить. Сегодня уже на старт, масло поменяли, сейчас встречаемся все в куче и будем выезжать. Франкфурт, сочельник, все уже сидят по домам, все уже жуют вечерний пирожок. Ну, а мы завтра с утра выезжаем. Сегодня мы тоже в гостинице. Решили в ночь не ехать. Сейчас мы чуть отдохнем, поедим, поржем. Посмотрим какой-нибудь фильм перед Рождеством. И потом завтра, когда будет Рождество, католическое, естественно, мы коченяда на старт. Тихонечко поедем себе в сторону Венгрии. Не спеша, за день проедем практически 1000 километров. Я думаю, будет абсолютно нормально. Ну, а сегодня отдых. Как раз тот случай, когда можно спокойно переходить на красный свет и не бояться, что с какой-то стороны
Приедет маршрут. Ты какой механизм едет? Ёпсель-мопсель, что это такое? Интересный механизм, даже не знаю, что это такое. В общем, нет людей. Во Франкфурте все гуляют, все отдыхают. Ну как гуляют? Дома сидят, дома отдыхают. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Гостиница «Паприка» находится на границе Угорщины, то бишь Венгрии и Австрии. И в отличие от Германии, вот здесь вот машины, которые стоят, они еще никуда не поуезжали. То есть это говорит о том, что практически все машины транзитные. Но у нас сейчас завтрак, несмотря на то, что сейчас пандемия, в этой гостинице есть завтрак. Это будет прекрасный день, потому что с утра есть еда. С марта месяца, вот уже скоро практически год, это единственное место, где был нормальный шведский стол, нормальная еда. И просто вау, вкусно, прикольно. Не то, чтобы там на цепи что-то делают, а очень прикольно. Венгрия. Пока собираемся кучу, вон открытое окно, там парни готовятся на выход. Сейчас покажу, чего, каким караваном мы поедем. Значит, вот имеем GLE. Это машина 16 года, если мне не изменяет память, я ее не выбирал. Вот, ну она такая. Вроде бы неплохая, по крайней мере с виду ничего плохого сказать не могу. Вот этот вот Audi, это первый автомобиль, о котором должна быть ограничена информация. Вот эта маршрутка, которая привезла большую часть людей сюда. Ну, не сюда, а туда, в Германию. Для того, чтобы выбрать автомобили. Мы, конечно, прилетели на самолете. Ну, а парни из Черновцов приехали на автобусе. Вот Allroad, который также выбрали. Ну, и дальше. И дальше идем чуть-чуть через дорогу, потому что тут уже такие слегка длинномеры. Прикольный Санта-Фе. Ну, не знаю, вроде бы парни говорят, что беды он не доставил. Toyota RAV4. Она идет на лафете. И вот этот вот спринтер. Привет, Романыч! Замечательно! Длинная база. На вот этом спринтере, на крайнем, я сейчас буду заезжать в Румынию. Ну, сейчас мы еще поедем на той же компании, а перед въездом в Румынию я буду заезжать на этом автобусе, потому что, ну, есть тонкости, есть нюансы, поэтому я на автобусе, а парни уже дальше на своих машинах. Если останется время, заедем еще в замок графа Дракулы. Очень хочется, но посмотрим, что у нас по времени останется. Ну вот я, в принципе, уже и на спринтере. Меня почетно ставят на почетное второе место. Итого мы сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 машин будем ломиться в сторону государственной границы. Окей, поехали, посмотрим, что с этого получится. До границы осталось тут километров, наверное, 30, 40, 50, ну что-то вроде этого. Едем. Ранее в Румынии я не был, я имею в виду, не был в Румынии в формате того, чтобы проезжать автомобилем. Я был в Румынии, когда я был еще очень маленький. Вот, и это было совершенно другое время. Я вообще рожденный в СССР. Я за свою жизнь, ну, у меня вообще очень интересная жизнь, я так считаю. Я прожил несколько революций, в частности, 1, 2, 3, 4 революции. Ух ты! Какое классное время я живу. Также я живу на смене веков, то есть с 20 в 21. У меня трое детей, у меня двое внуков, у меня отличнейшая жизнь. Мне все нравится. Но в Румынии в сознательном возрасте я еще никогда не был, поэтому для меня это будет первый опыт
Едем, смотрим, что из этого получится. Машина, кстати, ведет себя классно. Очень мне нравится. Тихо, спокойно. Венгерско-румынская граница. И, в принципе, тут нет загруженности. Тут более-менее все спокойно. Сейчас посмотрим, как мы быстро пройдем. Но я думаю, долго мы не задержимся. Пока у нас проблема. Одну машину не впускают, та, которая на немецких дилерских номерах. Венгрия впустила, румыны не впускают. Поэтому одна машина остается там. А это реально как серпом по яйцам. Сейчас будем чего-то думать. Значит, по поводу Audi, у которой замылены номера. Первое, замылены не по причине того, что на ней стоят хендлеровские дилерские номера. А по законодательству Германии я не должен показывать этих номеров. Да и вообще с уважением отношусь к тому дилеру, который нам выдал эти номера. А выдал он по причине того, что нам не вовремя пришел техпаспорт. И, соответственно, забирали мы его уже на почте. И поэтому мы не успели зарегистрировать этот автомобиль. Не успели, ну и ладно. Выдали нам номера для того, чтобы проехать по территории Евросоюза, но мы уперлись в стране, где родился граф Дракула, уперлись ногами в забор в том формате, что не впускают нас, и мы не сможем человеку доставить автомобиль к новогодней елочке. Осталось до Нового года буквально пару дней. Хотел я выпустить одним большим выпуском это видео. Но я понимаю, что мы еще застряли здесь. И я не понимаю, где мы вообще будем встречать Новый год и что делать с этой машиной. Ребят, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно напишите в комментариях, нужно ли делать вторую серию или же окончание, логическое завершение этой истории. Всех с Новым годом, всем здоровья, счастья, благополучия, душевного равновесия и, естественно, удачи на дорогах. Ну а с вами был Николай Тарануха. Всем пока-пока.